Всем приветики, с вами снова я, Башарина Даша, и это выпуск из Лондона. В этом влоге я расскажу вам о том, как живут лондонцы, как они отдыхают, где работают, чем питаются, чем и как развлекаются в свободное время. Это мой четвертый раз в этом потрясающем городе, мне очень нравится Лондон. Здесь живет достаточно большое количество моих знакомых, друзей и приятелей. Я постараюсь взять у них небольшое интервью о том, как они живут, и посмотрим, что из этого получится. Погнали! Прикольно то, что понимаешь, что Москва, она становится тоже похожая на Лондон своим настроением, людьми, каким-то настроением именно, которое исходит от людей. То есть такое приятное сообщество людей, все дружелюбные, фестивали, эти все музыкальные, стиль, свобода общения, какие люди вежливые и добродушные, все уважают личное пространство друг друга. Вот. Это очень интересная параллель, которая меня очень радует, потому что я считаю, что Москва лучший город Земли, правда. Пока первые мысли. Очень интересно, что в магазинах Лондона, я не знаю, Великобритании, возможно, нельзя покупать алкоголь, если ты младше 25 лет. То есть ты можешь пойти в паб, выпить там, если тебе 21, но в магазине купить алкоголь до 25 лет тебе нельзя, потому что принят такой закон, потому что молодые люди покупают алкоголь, накидываются, и было пара смертей несколько лет назад, и приняли такой вот закон интересный. Мы пришли в магазин за покупками. Хочу немножко показать вам, следуя традиции из Берлина, хочу немножко показать вам наши покупки в супермаркете. Вот, например, такой хлебушек, как у нас стоит 90 пенсов, это почти 90 рублей. Хлеб получше стоит, то подороже. Цены, конечно, немножко другие. Но на самом деле на многие продукты цена ниже, чем. Также очень интересно, что в Великобритании, не знаю, как в других странах, очень распространена культура готового питания. Например, все уже заранее готово, приготовлено, нужно только поставить сковородку в духовку на там 20 минут и так далее. Везде написаны рецепты и так далее. Очень много готовой еды. Смотрите, какая красота просто вот в центре города у тебя. Доки Сент-Кантри, да, как здорово. Ты снимаешь меня? Красота, закат. В Шордиче? Да. Так что да. Вот такая вот здесь креативная архитектура. Даблдекеры. Мусор. Пятница. Люди идут тусить. Наверное, так происходит каждый четверг и пятницу, когда молодежь тусуется и выходит на улицу в паб. Все собираются. Алкоголь называется здесь буз. И они покупают его, тусуются, идут в рестораны. В общем, классно проводят время. Вот застегивают штаны прямо на улице. Кстати, я нигде не видела такие, знаете, у нас продаются такие патчи таких коробках. И в Лондоне нигде не видела ни в одном бьюти-магазине, но зато есть такой лайфхак, можно купить такие штучки и в холодильник заморозить. Конечно же, я возьму розовые. Сегодня мы идем в потрясающее, интересное, красивое место, которое меня пригласили. И приглашаю вас присоединиться к нашему раннему ужину в каком-то интересном месте с потрясающим видом The Ivy. Там мы находимся в районе Tower Bridge. Такой потрясающий вид на непосредственно сам мост и на сити, который сейчас немножко закрыт деревьями, но покажу вам еще.
закуски. Baby, show yours. Привет. Мы сейчас находимся в районе Westminster Covent Garden, дамы и господа. Ну, собственно, там внутри очень много прикольных магазинов, шопинг. Не только дорогие, кстати, вещи, всякие рестики. Вот справа от нас Apple Store находится. В общем, для всех любителей пошопиться и купить себе что-нибудь интересненькое. Welcome to Covent Garden. Так выглядит типичная лондонская улочка с магазинами, салонами, пабами, рестиками. Время 5 часов, через полчаса начнут выходить все офисные клерки, так скажем. 5:30 в среднее время, когда заканчивается рабочий день в Лондоне. И, собственно, начнутся пробки, рестораны и пабы будут забиты. Начнется вечер. Вообще, конечно, Лондон – это настоящая культурная столица, столица трендов. Столько культурных вещей, которые происходят здесь, наверное, ни в одном городе мира не происходит. Это Гарри Поттер, в этом театре показывают спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя». Билетов просто раскупайте моментально, на удобную мне дату не было. Нужно обязательно сходить, потому что нужно, да, то есть возможность. Класс. Собственно, да. Шейк-шак, куча пабов, ресторанов. И моей сестре очень нравится история Анны Болейн, Генриха VIII, вот этого периода. Голодный человек. И вы сейчас видите Tower of London, непосредственно тюрьма, где всех их там казнили, убивали и так далее. Здесь живут знаменитые черные вороны, они подрезаны, крылышки у них подрезаны, в смысле, не подумайте. Вот. Мы там были, там потрясающе интересно, очень классная, очень потрясающая атмосфера такая интересная, потрясающий вид на... Очередной раз на Tower Bridge. Как вы уже поняли, мы здесь обитаем недалеко. И на The Shard. Мэрия, City Hall кругленькая. Люди бегают. Такой вот здесь вот Tower of London. Все такое маленькое было в средневековье. Даже как-то непонятно. Хотя в наше время, конечно, все больше. Не сказать бы, что... Местный рынок. Watch the Shards. Каждые выходные здесь происходит какая-то ярмарка. Одежда, ну как обычно, собственно. Винтаж, все такое. Вот вам, например, винтажная реклама Coca-Cola. Мне кажется, клево. По крайней мере, очень интересно, необычно. Можно купить какой-нибудь стол, посуду. Плетеные сумочки. О, господи. Каждый раз, в каждой поездке я привожу обычно себе пластинки. Надо будет посмотреть. Это очень интересно. Больше всего мне, конечно, интересует посуда. Все эти припушки. Зеркало почитаем. В общем, мы здесь на рынке, недалеко от Borough Market, и через каждую поездку я привожу обязательно пластинку, и я не дождусь о чем, и сегодня мой лов – это альбом «Мастер Джексон за 2 фунта». Мы идем в очень прикольное, необычное место, где мы будем валяться в больших шарах. Это очень популярный, классный бар в Лондоне. Посмотрим, что из этого выйдет. Я нахожусь только на 30% своей поездки.
поездки месячные в Лондоне, но мне хочется закончить свое видео именно здесь, потому что сегодня я испытываю максимальное счастье за последние 2 года, наверное. Я очень рада быть здесь. И спасибо, что посмотрели мой влог из Лондона. До новых встреч! Пока!